Каких штучек? 20 платить, я не могу. Я не ел, платить не буду, я на поезд опаздываю. Да пустите, я на поезд. Да мы не столько зарабатываем, понятно, чтобы за вас за всех платить. В России до революции было принято давать официантам немного денег сверху, для того, чтобы они были расторопнее. Сумма равнялась порции самого дешевого сорта чая в заведении. Считается, отсюда и пошли чаевые. Сегодня эту сумму определяют по-разному. Кто-то говорит 5%, кто-то говорит 10%. А что значит обязательно? Нет, у нас чаевые не обязательные. То есть есть страны, где это обязательно. То есть там зарплата официанта зависит от чаевых. В нашей стране такого нету, и у вас есть право выбора, оставить чаевые или нет. Но независимо от того, хотите вы оставить, не хотите, официант вам должен принести всю сдачу, какая положена с ваших денег, с вашего чека. А там вы уже решаете, оставляете, либо вы еще добавляете. То есть по желанию гостя. У нас нигде в законах, ни в правилах обслуживания не прописано, что как бы мы должны указывать процент чаевых. То есть мы за это выполняем оплату только за работу. В разных странах чаевые составляют от 5 до 20% суммы чека. Говорят, что самый высокий процент чаевых в США и Франции. А вот в Японии, например, чаевые давать не принято. На вас за такой гонорар сверху могут и обидеться.